Здравствуйте, Юрий. Это видео про ваш объектив с одуванчиком. Вот он, объективчик. С установленным чипом одуванчиком. Кольца фокусировки. И диафрагма крутится хорошо. Прыгалка работает. Передние и задние крышки. И в качестве небольшого бонуса металлическая бленда. Сейчас я проверю объектив и покажу вам в моей камере, вернее, в двух моих камерах. Очень аккуратно вставляйте объектив с одуванчиком в камеру. Совмещаем средний контакт одуванчика и или черную метку на объективе с белой точкой на камере. Против часовой стрелочки поворачиваем, защелкиваем. Я запрограммировал фокусное расстояние 105 миллиметров и диафрагмы от 2,5 до 32. Рабочее положение диафрагмы на камере 32. Если у вас есть вот такой переключатель на камере, его в положение АФ. Именно в этом положении работает ловушка фокуса. Если такого переключателя на вашей камере нет, то в меню камеры включите режим АФС. Это аналог этого рычага. Вот смотрите, ставим камеру в режим А, приоритет диафрагмы, выбираем диафрагму на дисплее и нажимаем кнопку затвора. Пока резкости нет, соответственно, затвор не сработает. Смотрим видоискатель, выбираем точку фокусировки. Вот как только попадает объект в резкость, вы слышите звуковой сигнал, видите подтверждающий световой сигнал по выбранной точке, и затвор срабатывает. Вот, резкости нет. Ловушка фокуса. Вот можно полностью нажать и ввести. Вот видите, фокусировочка на бесконечность. Это диафрагма. Вот. 7,1. Вот. На открытой диафрагме. Для уверенности еще и на камере D3 то же самое. Здесь смотрите, можно в этой камере увидеть даже фокусное расстояние, прошитое в объектив
И также диафрагмы меняются от 2,5 до 32. Если будут вопросы, я вам всегда подскажу в устной и в письменной форме. Сейчас я упакую объектив и отнесу его на новую почту. Спасибо за покупку. И спасибо за внимание.